Первая война, которую вел народ Израиля после выхода из Египта, это была война с Амалеком. Амалек первый напал, подло напал на нас сзади. И войну внизу, на земле, против Амалека вел Йошуа бен Нун и великие праведники еврейского народа. А Моше Рабейну поднялся на гору Синай, и он поднял руки в молитве, и сказано в Мишне, когда поднимал руки Моше, побеждал Израиль, а когда опускались его руки, побеждал Амалек. Спрашивает Мишна, что руки Моше ведут войну, или побеждают, или проигрывают. Но когда евреи направляют свои сердца к небу, к Всевышнему, они побеждают. Главная наша сила – это наша молитва. Сейчас весь еврейский народ объединен. Одни ведут войну против Газы, а другие молятся и учат Тору, чтобы их защитить. Момент объединения еврейского народа. Наша сила – это наше оружие, это Тора и наша молитва.